Привет! Что читаете? Сегодня дежурный по чтению я, Наталья Яковлева. Андрей Филимонов. Поэт, прозаик, журналист. Финалист премии «Национальный бестселлер» и «НОС». Сегодня мы представляем новинку нашего книжного фонда «Рецепты сотворения мира». Это семейная история, петляющая от Парижа до Сибири через весь 20 век. Члены ее семьи – самые обычные люди. Предатели и герои, эмигранты и коммунисты, жертвы репрессий и кавалеры орденов. И никто из них не оставил рассказа о своей жизни. В лучшем случае оставили семейные архивы несколько писем. И главный герой этого романа отправляется на ту сторону реки времени, чтобы узнать, что же произошло с забытыми предками. Об этом вы узнаете, только прочитав книгу. А вы читали Филимонова?